Жамбылские полицейские устроили погоню за пьяным подростком. 17-летний парень лихо разъезжал по дорогам Жанатаса, а потом свернул на маленькие городские улочки, чтобы оторваться от преследования. В итоге разбил машину и сдался. Оказалось, подросток приехал в Жанатас из Тараза, а автомобиль угнал. Позже полицейским он признался, что был пьяный, просто устал ходить пешком. Патрульные экипажи около получаса гонялись за нарушителем. За это время он успел врезаться в забор. Но остановить машину смог только бетонный люк. Разбитое авто вернули владельцу. Теперь парню грозит штраф и уголовное наказание. На одной из центральных улиц города Жанатас был замечен подозрительный автомобиль. Выяснилось, что он угнал чужую машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту производится досудебное расследование по статье 200 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.